Всем привет, ребят. Ну что, наконец-то разобрался я немножко с обновой. И сейчас мы будем ролить моему подписчику Владимиру на английском сервере, на английском коллекционере. Вчера был у нас на русском коллекционер. Куча видосов. Ждите очереди, ребят. Всех помню, все записал. Обнова, как обычно, выбила с колеи. Поэтому вот так вот. 91 тысяча, ребят, накопленных самов. Не знаю, сколько надо иметь терпения. Люди копят, я не умею копить, а умею донатить. Так. Находится аккаунт Avi Trader, гильдия Ukraine, знакомая гильдия. Так. И дайте заявочки вступать. Босс 2.30 и 15.00. По серверному времени присутствуя на битве гильдии обязательно первые четвертые места битвы гильдии атака фортов. Вайбер видите на экране. О, ничего себе, плюшки 370 тысяч какашек. Вот люди же живут. Так, окей, смотрим на бездонатный аккаунт, что у нас есть. Так, ну так ничего уже. Анубис не хватает. Пяса, Седны, Афинки, Асурика, Махатма. В общем, и Бугимена. Есть кого выбивать. Смотрим в алтарь. Так, стыковка. Интересно, неплохо. Смотрите, сколько 11 пошли. Рожай с ожогом Фрейя. Не хватает. Так, Палантика. Неплохой аккаунт, как для без доната. Неплохо, неплохо. Ну, скоро придет сюда обнова и будет просто жесть. Так, дом. Без римки. В общем, не знаю, зря делал обзор. Я бы не качал. Я подождал, все-таки ожог. В общем, вот так вот. Такой вот вариант. Неплохо. Так. Хорошо. С этим мы разобрались. Смотрим коллекционера. Идем ролить. Сердцеедка дают хранителя. Вот Бугимен самое злакомое здесь. Ну и, конечно же, ворожай. 15 слизней. Две карты дают. Возможно, с карт выбьем недостающего Анубиса. Это было бы, конечно, эпично. Ну что, поехали. Let's go. Посмотрим, чем нас удивит сегодня рандомчик. Бульдозер. Ну и сразу же бабулька, ребят. Это однозначно. Просто лепите лайк. Поздравляю. Что могу сказать? Герой очень и очень офигенный. Очень и очень интересный. И у тебя уже есть этот герой Махатма. Поехали дальше. Хорошее начало. Плохо было бы также Анубиса выловить за пару тычек. Так, друид. Посмотрим, чем нас порадует. Интересно, кстати, будет посмотреть, за сколько мы слизней соберем здесь. У нас в этот раз на русском 45-50к, даже 50к бывало не хватало. Рэнки, Эдди Лео. Так, Avi Trader, ну давай посмотрим. Сердцеедка, хранителя мы получим уже. Капитан Дрейк. Медуза. Let's go. Две жилейки. Да блин, это конечно все круто. Но мне это не особо нравится. Посмотрите, сколько мы с Сантабу само уже переролили. 30к и... Честно говоря, как-то ну такое себе. Малышник, еще две жилейки.
Жесть, короче. Тринадцать-пятнадцать, ребят, 30к, 12 слизней. Неплохо. Рино. Крутитель. Так, малышник. Да давайте уже какую-то инбу. Издеваются, короче. В общем, слизней мы собрали. Вот так вот. Собрали, в принципе, где-то плюс-минус, как и у нас. Бугимен ворожей нужен. Идем в рейд, побегаем. Может, здесь это поможет, я надеюсь. А может и нет. Вражеский бугимен хочет нас убить, но мы не сдались. Мы победили их всех. Так вот. Так. Ну, поехали дальше. Честно говоря, опять сердцеедка. Не особо мне нравится рандомчик сейчас. Но ничего не поделаешь. У нас сегодня акция коллекционер. Еще сундучки на трату сейчас пооткрываем. Палька. Блин, ну зачем мне бульдозер? Или кристаллические луси. Отлично. Поздравляю с Афинкой. Тоже недостающий герой у тебя уже. Уже все намного лучше будет. Поздравляю. Поехали дальше. Let's go. Гарпия. Мега имбу выбили паладина. Да блин, дай Анубиса. Жесть, еще одна махатма. Ну хоть на ковяшках сэкономит. Блин, дайте буги хотя бы. Седна, Рон, Купидон. Эх, не видать Анубиса. Все рядом, да нету. Не ворожай, что-то вообще. Рандомчик просто издевается над нами. Это жесть. Ну, выбили хоть недостающих. Два героя, это уже радует. Так, 7к, ребят. Ну... призрачный. Просто crazy. Crazy rolling. Чтобы оно так падало с самого начала. Так. Хорошо, поехали пока сюда. Сейчас пооткрываем. Позабираем плюшки, которые у нас есть. Жесть, конечно. Так, открытие сундуков. Поехали, посмотрим. Посмотрим, как нам тут сейчас повезет.
Сейчас, короче, 45 сундучков. Так. Что у нас тут падает? Интересного. Посмотрим. Пока только такие расходники. Ну, честно говоря, не знаю. Тут, думаю, тоже не особо падает, как и в нашей. Ну, две махатмы и Афинка, конечно, но за 90к накопленных не особо радует. Пикси. Ну, Пикси ему именно, Пикси и нужно было. Триант. Питон, Панкин Дюк, Монтаника, Арктика. Ну, такое себе, отсюда что-то ничего даже интересного не падает, судя по описанию. Можно, конечно, и Вольта словить, но... Но, по сути, мы этого не сделали так. Забираем плюшки все. Просто жесть. Просто жесть. Такс, 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 такс. Махатму открываем. Отлично. Психощиты у него. Ничего себе, даже четвертый псих есть. Так, места не хватает. Ну, давайте сделаем так. С пользой потратим последние 300 самых. 15 карт смены. Скол, ну такое себе. Так. Ну, там еще повероем. Стоящее было. А, и Седна, отлично, ну хоть три героя. Тут три героя у нас есть, но это уже, честно говоря, радует. Еще и Седну вытащили. Так, отлично. Смотрим, что у них за талантики. Разбросик. Ну, конечно, как обычно. Как обычно нам везет. Так, хорошо. С этим понятно все. Поехали, еще карту откроем. Нету у нас сегодня анубисов, зато у нас есть другие паки. Попробуем. А вдруг повезет? Чтобы было веселее открывать. Так. Хорошо. Немножко стал аккаунт донатным. Это, в принципе, не критично. Поехали. Let's go. Еще одна финка повторка. Этот отлично. Поздравляю. Еще минус 20к кг сэкономили. Так, ну что, ребят, а ну без приди. Ронин. Ну такое. Малышник. Есть. Вот так вот, ребят, с вас по лайку. Делаем вещи на аккаунтах. Фух, ну, я свою миссию выполнил, он уже
посмотрит видос отдельно. Не знаю, увидит или не увидит он донат. Ну, уже в конце, конечно же, увидит, но когда сейчас зайдет на аккаунт, то, конечно, он увидит Анубиса. Так. Отлично. Тут не зря. От души. Такс. С этим мы давайте еще тут купим. Еще 15 камней получили. Так, забрали. Давайте еще рольнем. Будешь нам уже терять. Вот так вот. Вроде как бы все. Интересно посмотреть, что там у него с Анубом. Сейчас такая железная воля 5. Ну давайте попробуем еще талантики порубить. Очень уж хочется. Думаю, мы этого заслужили. Так, четверка. Поставлю пока сюда. Ой, блин, у него там четверку победу нуждался. Ну, сори. Сори, сори, сори. I am very sorry. Вот так вот и раскол. Оставляем. В общем, вот такой вот, ребят, роллинг. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.